Следующее видео. Так. Это видео заказал Характер. Смотрим. Ты знаешь, что делать. Беги, 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 но борщевик-то останется. Сколько угодно можешь крутить колеса, он останется здесь. Его вывели искусственно. Борщевик должен был накормить коров, но коровы его ели и давали молоко горько. Молоко горчило, его перестали давать коровам. А борщевик остался. Он останется здесь навсегда, как Путин. Борщевик токсичен. Терренс Малик. Белый цвет обманчив, но его ожоги токсичны. Его ожоги останутся с вами навсегда. Попадание ультрафиолета испортит вам кожу и будет портить до конца ваших дней. Борщевик неистребим. Слишком поздно. Эта тварь только что здесь ушмыгнула. Я не знаю, здесь это просто кот. Страх во мне. Небольшой, конечно, но страх. Неизведанный. Перед неопределенностью страх. Это же кот. Ну, короче, это примерно как ивы Алджернана Блэквуда. Рогатина, кострище, столик, природа, скамеечка. Возможно, тут пьют. Возможно, даже водку. Возможно, даже от обиды. Сам знаю, сам пил в похожих местах. Обида не проходила. Обида — это вообще хуйня какая-то. У нас в деревне говорят, на обиженных воду возят. Где-то в других регионах говорят, обиженных в жопу ебут. Но мы, как бы селяне Поморы, до таких низостей и пошлостей не опускались никогда. Воду вези. А еще в детстве почему-то было зашкварно кататься на велике без рамок. Считалось, что он дамский, женский. Но как по мне, после первых трех ударов по яйцам перекладиной, ну, задумаешься о практичности такого устройства. Не, стильно, конечно, перекладина, но я разницы не вижу, колеса и колеса. Ничего интересного, поедем дальше. Да и водки нет, собственно. И обиды тоже. Как ты уже не обижаешь, что ли? Привык. Вот это, кстати, не борщевик. Вот это вот, вот это вот. Вот это вот не борщевик. Это дудка такая. То есть, ее часто путают, когда делают, знаете, такие стрелялки из дудок, чтобы рябинкой по корешам пулять играючи. Но бывает, что ты выберешь не то растение. Люди часто выбирают не те растения и остаешься с ожогом, чувствительным к ультрафиолету до конца своих дней. Все губы, все лицо. Нет. Вот, это не борщевик. А это полярная ночь. Фу, полярный день. Ночь, я бы ничего не видел. Темнее здесь уже не будет. Не, я, кстати, не смотрел «Борщевик 2», то есть я первый этот креатив видел, блядь, первую часть, давным-давно. Ну, типа, не самое плохое, на самом деле, типа, атмосферная какая-то хуйня, действительно, в чате правильно пишут, атмосферно. Но по своей воле я бы это смотреть не стал все равно. Эта река называется Хурдага, это скорее некоторый канал, что ли. Подписывайся, кстати, на мой канал. Все лучше ядерной братвы, да, есть такое. Названия здесь все финно-угорские. Ну, правда, блядь, по-моему, кухня комедии, блядь, лучше ядерной братвы, нахуй. То есть там, блядь. Не русские, что ли, или русский был другой, непонятно. Борщевик настолько акклиматизирован. Блядь, Breaking Fat Конникова с Кузьмой, блядь, лучше ядерной братвы, нахуй. Дирался к местной действительности. Убил геоценозу, что смотрите, какой он. Для примера поставлен велосипед. Еще раз. Это борщевик, а это велосипед. Так, Сережа, 200 рублей, ссылка по третьей. Спасибо, сейчас внесу. Делюжа, 350 рублей, вот по третьей, ссылка сейчас внесу. Понимаешь, с чем приходится иметь дело? Он поработил здесь все, как до кольца примерно, даже выше. Да, еще слышал истории про то, как некоторые люди принимали борщевик за лопух и использовали его в гигиенических целях. Последствия, я думаю, объяснять не надо. Очень плохая идея, очень-очень плохая идея. Худшая, я бы сказал. Да, есть такое, блядь.
в доме домовой, на болотике Кимора, в лесу Леший, бог на небе. Это по-русски, да. Из очереди. Сколько лет Земле? Вот четыре вещественных научных доказательства в пользу молодости Земли. Первое. Нет толстого слоя грязи, устилающего дно океана от одного континента до другого. По мнению эволюционистов, за миллиарды лет слой грязи должен быть 30 километров. Но его нет. Дно плоское. Это показывает, что континенты были полностью затоплены около 4500 лет назад. Второе. Прямо посередине дна проходит трещина, изгибы которой повторяют очертания континентов. Третье. Трещина по центру и дно океана L-образного вида. И четвертое. Это растяжки. Подобные растяжки появляются только если процесс протекает быстро. Например, 9 месяцев. Но Земля покрупнее, поэтому ей понадобилось 12. Наука-креационизм доказывает абсолютную точность Библии. Каждое отдельно взятое упоминание о Ноевом потопе и судьбе человечества подтверждается вещественными доказательствами, имеющимися на земной поверхности. И эти вещдоки располагаются в том самом порядке, в котором и должны быть, как и говорит Библия. Поэтому Библия не просто говорит нам истину, Библия не просто точна, Библия... 137 тысяч подписчиков. Гиперточна. Для изучения Библии подписывайтесь на каналы Станислава и Юлии Салтаненко. На этом канале есть видео с 4,5 миллионами просмотров. Так, ну что ж, идем дальше. Следующее видео... Мы в Ромате, что ли? Экстоун Пикчерс представляет. Иван Гамаз. Угу. Геннадий Горин. Людмила Лугарик, Эльдар Багунов, а также Михаил Ефремов. В фильме Анатолия Слива. Разъебай съебос. Оператор Джоник Македонский. По мотивам книги Рефбач. Кастинг Мэлстрой. Сценарий Андрей Чикатило. Исполнительный продюсер Стас. Памяти Олега Соколова. Что это за канал? Я вроде подписан. Да, это мы в Ромате, короче. Все, я понял. Сейчас скину. На, держите. Хе-х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 е
Так, следующее видео называется «Снегурочка». А теперь послушайте сказку, которая называется «Курочка». Всякое дерьмо в мире творится, всясь в сказке говорится. Жили-были дед да баба, всего у них было вдоволь. И коровушка, и овечка, и котку по колено. А вот детей не было. Очень они печалились, все горевали. Вот раз зимой ребятишки соседские на улицу высыпали, на санках кататься, камнем бросаться, да и стали снежную бабу лепить. Глядел на них дед из окошка, глядел и говорит бабе: «Ах, тяночку мы!» А на старуху, верно, тоже веселый час накатил. Ой, что ж, пойдем, дед, на улицу. А давай-ка вылепим дочку, курочку. Пошли старики в огород и давай охоту пить. Вылепили дочку. Шевельнула Снегурочка ножками-ручками. Смеемся, да и пошла нахуй. Дед и баба точно охуелись. То-то радости было. Растет Снегурочка не по часам, а по дням. Только румянца у Снегурочки нет как нет. Дает похую. Вот и пришла весна и сосна. Все ребята рады-радёшеньки, а Снегурка забухала. Вот и лето пришло красное. Вот раз собрались дубы девки в лес по ягоду, стали Снегурочку с собой звать. Взяла Снегурочка кузовок, пошла в лес с подружками. Вот и вечер пришел. Разыгрались девушки, разожгли костер, стали через костер прыгать. Неохота прыгать Снегурочки, да пристали подруженьки. Подошла Снегурочка к костру, разбежалась Снегурочка и прыгнула. Застонала жалобно. И скалила Снегурочка. Жизнь. Пиздец. Следующее видео. Что будет, если зашить жопу? Как ни странно, этот вопрос интересует. Охуительно, блядь. Очень многие. Хотя и так понятно, что ничего хорошего данное действие не принесет. Вот один из вариантов. Шов не выдержит, и человек покакает. Ну правильно, если шить китайскими нитками, так и будет. Да еще и много покакает. Немного отвлекемся. Недавно друг рассказал анекдот на эту тему. Он говорит, сижу я за компом, вдруг слышу шум на кухне. Оторвался от компа, смотрю, отчим с дикими глазами летает по квартире и ищет иголку. Мама спрашивает, зачем тебе? А он говорит, жопу зашить. Немая сцена. Мать в непонятках спрашивает, а зачем тебе жопу-то зашить надо? Он отвечает, ты чё, дура, лимон из жопы выпадает. Вторая немая сцена.
Но, слава богу, выяснилось, что он не извращуга поганый, а просто готовил курицу по французскому рецепту с лимоном. Когда выяснилось, все очень долго смеялись. А недавно в знак поддержки осуждения участниц группы Пюссерьон... Блять, когда уже закончится уже пасты про самосбор, просто пиздец. На длительные сроки заключения петербургский художник и писатель Семен Бугурусланцев зашил себе зад. Вот как он прокомментировал свои действия. Я как бы говорю, хватит срать, пусть эти засранки сядут, хватит махать ногами, почувствуйте жопой, это тупик пищевой цепочки, таких высеров больше не будет, жополизы вам не помогут, очковтиральство не сработает, бутуйте в жопе за закрытыми дверями, идите в жопу и не возвращайтесь. Вот что его ждет, если вовремя не расшить анальное отверстие. Во-первых, начнет болеть живот через 10-12 часов, так как газом из кишечника выходить некуда, и они будут распирать кишки. Дальше будет тошнота и неукротимая рвота, без облегчения. Стенка кишки становится проницаемой для токсинов и микробов, которые, проникая в брюшную полость и всасываясь брюшиной, попадают в кровь и могут вызвать тяжелую интоксикацию или эндотоксический шок, а также перитонит, сепсис или заражение крови. Прекращение всасывания в омертвевшей кишке коснется и воды, а недостаточное поступление ее в кровь вкупе с частой рвотой приведет к быстрому обезвоживанию организма. И все эти явления развиваются сравнительно быстро и в течение нескольких суток приводят к неизбежному летальному исходу, если пациент не будет своевременно доставлен в хирургический стационар, где этому придурку разошьют жопу. Вот так... Запретное видео о будущем человечества с зашитыми анусами. Какая незавидная участь ждет этого художника и других придурков, которые захотят так прославиться. Берегите себя и будьте и своих близких. Не забывайте про секретное слово, спрятанное в виде букв в ролике. Угадавшие будут участвовать в розыгрыше денег, если ролик наберет больше 50 лайков. Для участия в розыгрыше надо быть подписанным на канал и на группу Топ Про ВКонтакте. Ссылка будет в описании.